раздача кормов в нашем хозяйстве. Вот сейчас утро, видите, кормовой стол пустой, фактически подъели коровки все, что можно. Вот, и сейчас Дима раздает. Вот, в кормораздатчике измельченный сенаж. Некоторые там говорят, что на вертикальном кормораздатчике не размельчается сенаж. Вот он как размельчился, посмотрите. Вот он с размолом. Размол зерна к мокрому сенажу пристает. И получается такая смесь, коровы едят все сразу. И сенаж, и размол. Раздаем мы немного и на улице, там, где нет кормораздатчика, нет лотка для корма, и остальное все здесь. Измельчаем примерно 3 рулона сенажа, сенаж и ржи, и клеверозлаковая смесь. Вот здесь 3 рулона разных, по-моему, один ржи только Дима добавил. Ну и размол, исходя из норм, я не помню, по-моему, мы где-то на 40 голов на наши надои где-то 300 килограмм размола добавляем. Размол рожь, пшеница, вика овес. Вот так это происходит. Кормораздатчик покупали бэушный. Он был без колес, но новый, в том смысле, что он не использовался. Продавал нам Михаил Балаев, хороший человек, фермер в Калужской области. У него он просто не заходил в ферму. Вот он нам его продал. Вставай, золотая, кушать, вставай, вставай. Ну вот кормораздача заняла довольно короткое время. Я тут с лопатой хожу. Можно поправить, а можно нет. Вот, так, в принципе, достаточно. Вот, Дима. Ну вот, в окошке фактически вот уже пусто. Вот. Я выгребаю, чтобы освободить. Вот такое измельчение, видите, вот производится. Вот такое вот консистенция. Все, сейчас освобожу. Все, Димок, езжай. Все, люк закрылся. Все, Дима едет. Поставит его на место, где готовит сенаж. Ну, я уже точно не помню, по-моему, около 800 тысяч нам стоил кормораздатчик. Колеса от Газели мы сами к нему приделали. Они, конечно, слабенькие, но ничего, работают. Ну все, вот утренняя раздача кормов произведена. Коровки после дойки кушают.